спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В понедельник в Самарской области преимущественно облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 29, ночью 18-20 тепла. Ветер северный до 5 метров в секунду. В Сызрани днем пасмурно, плюс 28, плюс 30. К вечеру небо прояснится, ночью плюс 18-20 градусов тепла. В Тольятти днем до 29 со знаком плюс и малооблачно. Ночью пасмурно и плюс 18. Северный ветер 2 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, плюс 27-29, без осадков. Ночью пасмурно и плюс 20. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха 65%. Температура воды в Волге плюс 20. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Небольшие геомагнитные возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.